Екатерина Климова, популярная российская актриса театра и кино. Она завоевала любовь зрителей благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Антикиллер». Помимо успешной карьеры, Климова привлекала внимание и своей личной жизнью, которая не была лишена сложностей. Актриса была замужем трижды. Ее первый брак с ювелиром Ильей Хорошиловым продлился около 10 лет, и у них родилась дочь. Однако со временем отношения стали ухудшаться, что привело к разводу в 2004 году. Вторым мужем Климовой стал актер Игорь Петренко, с которым они снимались в нескольких проектах. Этот союз продлился с 2004 по 2014 год, и у пары родились двое сыновей. Несмотря на внешне гармоничные отношения, брак закончился разводом. Официально причины развода не назывались, но слухи связывали это с изменами и разногласиями в семье. Третий брак Екатерины был с актером Гелой Месхи, с которым она заключила союз в 2015 году. У них родилась дочь, но уже в 2019 году они расстались. Причины распада этого брака также не были подробно озвучены, но, по словам самой Климовой, они разошлись мирно, с сохранением хороших отношений ради ребенка. Екатерина Климова сама признавалась в интервью, что в ее жизни случались трудные моменты и ошибки, но каждый опыт делал ее сильнее.